В Берлине на Шарлоттенбургском шоссе возле здания Рейхстага и Бранденбургских ворот, мест, где прославилось советское оружие, выстроен почетный караул британской королевской гвардии. Под сводами Бранденбургских ворот встречаются маршал Советского Союза Жуков и Рокоссовский и английский фельдмаршал Монтгомери. Советским полководцам вручаются высшие английские ордена. Маршалу Жукову малиновая лента с большим крестом рыцарского ордена Бани. Маршалу Рокоссовскому рыцарский командорский крест ордена Бани. Рыцарские командорские ордена Британской империи генералу армии Соколовскому и генерал-полковнику Малинину. Церемония завершилась торжественным маршем английского почетного караула. Это самое молодое предприятие страны. Оно вступило в строй в одном из древнейших русских городов – Владимире в радостные дни Победы. Завершается выпуск первой 1000 машин новой советской марки. Товарищ Сталин поздравил строителей с созданием нового крупного завода по выпуску тракторов. Это завод поточного производства. Когда предприятие достигнет полной мощности, в течение часа каждая бригада рабочих будет изготовлять трактор. В соревновании в честь победы владимирские машиностроители обязались увеличить вдвое выпуск тракторов. В глубине труднопроходимой дальневосточной тайги ведутся поиски новых месторождений металлов. Экспедиция, возглавляемая геологом Итиксоном, бурила скважины, изучала структуру почвы. В таежной реке были обнаружены следы оловянной руды. Весь район этого белого пятна на геологической карте Хабаровского края был тщательно исследован. Поиски увенчались успехом. Кандидат геологических наук Итиксон нашел драгоценный оловянный камень. Это богатейшее в стране месторождение олова сдано в эксплуатацию. Мы в подсобном хозяйстве Суханова, принадлежащем Союзу архитекторов и получившем славу лучшего в Подмосковье. На поле уже собирают второй урожай. Директор хозяйства, агроном-исследователь Александр Григорьевич Анашин, во время войны добился получения 2 урожаев картофеля в год. Для этого высаживается не клубни, а предварительно выращенная рассада. Первый картофель был снят нынче еще 5 июня. Эта дата записана в грамоте Моссовета. К осени Анашин обещает снять 3-й урожай. Все отрасли сельского хозяйства процветают здесь. 30 тысяч литров молока, 140 центнеров мяса, сотни центнеров земляники, малины и других ягод даст Суханова в этом году. Вот поле, бывшее в довоенную пору пустым. Садоводы-опытники посадили здесь в 3 раза больше кустов, чем при обычной посадке. И теперь 2 летних месяца подряд с поля снимают урожай ягод. На небольшой территории Сухановского дома отдыха не пропадает зря ни один клочок земли. Нужен свой мед и в изобилии, как все у сухановцев. Хозяин пасеки, Константин Викентьевич Ринтович, построил оригинальные конструкции. Коммунальный улей на две семьи, которые объединяются только при сборе меда. И многоэтажный небоскреб Сухановец, занимаемый одной семьей из 100 000 пчел. Вернувшийся с фронта офицер-разведчик-архитектор Градов заинтересовался новыми сооружениями. Разведка оказалась непривычной. Пчелы не любят резких движений. Дом отдыха Суханова уже принял первых отпускников 1945 года. Первый эшелон демобилизованных воинов-москвичей подходит к перрону Ржевского вокзала. Москва встречает своих сынов-победителей. В родной город, в столицу возвращаются те, кто в грозные дни 1941 года ушел с оружием в руках защищать Москву, родину, ее честь и независимость. Они свято выполнили наказ Сталина, наказ Москвы, возвратиться домой только с победой. В этом первом эшелоне участники победоносных боев в Прибалтике. Долго ждали этот день родные и любимые. Гвардеец Четкин снова с женой и сыном. Сержант Шаповалов встретился с дочерью. На привокзальной площади на митинге выступил гвардии красноармеец Петр Георгиевич Малашенко. Дорогие москвичи, отцы, матеря, жены и дети, братья и сестры, мы вам чрезвычайно благодарны за тот напряженный, упорный труд, которым вы способствовали для разгрома нацистской Германии. Товарищ, то оружие, которое вы усовершенствованно давали нам, мы разили врага без промаха. Мы этим оружием мстили. Мы мстили кровь за кровь, жизнь за жизнь. Мы мстили нацистским бандитам за наших отцов, за наших матерей и детей, за разоренные села, за разоренные города, за поруганную Русь, и мы их добили вашим оружием.